Ой, что это я нашла? Кажется, это гнездо. А кто это тут сидит? Птенчики? Какие-то странные птички. С двумя головами. Птенчики, а где же ваша мама? Маленькие. Еще не могут разговаривать. Ой, а что же делать? Они же тут одни. Мамы нет, папы нет. Вдруг их съедят большие собаки. Птички, маленькие вы мои. Наверное, вы голодные. Знаете что? Вы тут сидите тихо, а я сбегаю домой и расскажу о вас Василисе. Мы с ней обязательно придумаем, как вам помочь. Расскажу. Интересно. Ну давай, рассказывай. Я птенцов нашла. Каких еще птенцов? Маленьких. Ну это понятно, птенцы большими не бывают. Но откуда они взялись? Васька, ты что такая бестолковая? Сейчас же весна, все размножаются. Как это все размножаются? Я вот не размножаюсь. Вась, ну не тупи. Ты же не птица. Это птицы весной несут яйца. Ты что, яйца нашла? Фу, Вася, да не яйца я нашла, а уже вылупившихся птенцов. Ну так сразу бы и сказала. А я тебе и говорю, птенцов нашла. Ладно, не нервничай. Нашла ты птенцов, ну и что теперь? Понимаешь, Васька, они в гнезде сидят одни. Ни мамы рядом нет, ни папы. Да, плохо. Жалко птенцов. А еще они какие-то странные. А чем это они странные? Ну, они двухглавые. Как это двухглавые? Ну, по две головы у них. Ой, а может быть это птенцы Змей Горынычи? Да нет, не похоже. Змей Горынычи по три головы. Да, по три. А у этих по две. А может быть, у них еще волосы по одной голове, и они станут настоящими змеями Горынычами? Васька, что за фигню ты говоришь? Как это головы вырастут? Знаешь что, Шанелька, вырастут у них головы или не вырастут? Нам-то какое дело? Пойдем лучше поиграем. Нет, Васька, стой. Понимаешь, они там совсем одни, и они очень маленькие. Ну и что? А вдруг прибегут большие собаки или кошки и съедят их? Ой, вот тебе и ой. Нужно малышам помочь. А как? Давай их домой заберем. А вдруг их Марфа и Никиса съедят? А мы их спрячем. Ой, Шанелька, достанется же нам, если Никиса и Марфа об этом узнают. Да не узнают они ничего. Мы детенышей спрячем. Ладно, ты иди за птенчиками, а я Марфу и Никису буду отвлекать, чтобы они сюда не пришли. Правильно. Васька, ты что это какая-то взъерошенная? Я? Взъерошенная? Нет, это тебе показалось. Ничего мне не показалось. Где твоя подружка Шанелька? Шанелька? Ну, она где-то спит. Ох, Васька, чует мое сердце. Что-то вы затеваете. Нет, Никисонька, ничего мы не затеваем. Что это за шум? Пойду посмотрю. Нет. Что нет? Ну, в смысле, не ходи никуда. Я сама схожу и посмотрю. Правильно, Никиса, не ходи.
Пусть Василиса сама сходит и посмотрит. Ладно, иди, Васька, посмотри. Это, наверное, Шанелька проснулась и хулиганит. Шанель! Шанелька! Да куда же она подевалась? Ни Шанельки, ни птенчиков! Тише, Васька! Что ты раскричалась? Это ты мне говоришь? Сама расшумелась на весь дом, а мне говоришь «тише»? Это я нечаянно гнездо уронила! Гнездо уронила? А птенцы где? Да нормально все, я их спрятала! А где спрятала? На чердаке! Ну, пойдем, посмотрим! Где они? Вон там, в углу! Ой, Шанелька! Какие они страшненькие! Да, страшненькие! Но все равно их жалко! Шанель, я знаю, кто это! Змей Горынычи? Да нет! Это же детеныши Сиреноголового! Ой, а я все время думаю, кого же они мне напоминают? Вот же ты балда! Ну кого в дом притащила? Их уже, наверное, Сиреноголовые ищут! Ой-ой-ой, ошибочка вышла! Шанель, мало того, что сейчас сюда притащатся Сиреноголовые, так нам еще и от Никисы достанется! А может, Сиреноголовые и не притащатся? Ну, откуда они узнают, что их детеныши у нас? Ну, как это откуда узнают? Эти детеныши пищат, как ненормальные! Сейчас сюда не только Сиреноголовые придут, но и Марфа, и Никиса! Знаешь, Марфа, что-то мне неспокойно. Почему? Я просто уверена, что эта мелюзга что-то вытворяет. О, слышишь? Кто-то пищит. Но не похоже, чтобы это пищали Вася и Шанелька. Конечно, это не Вася и не Шанелька. Но они кого-то домой притащили. А кого? Вот это мы сейчас с тобой, Марфа, и выясним. Пойдем. Тихо. Никто не пищит. Ага, запищали. Это наверху. Бежим наверх. Шанель, слышишь? Это Марфа и Никиса разговаривают. Как же их успокоить? Уже не успокоить. Сейчас сюда зайдут Никиса и Марфа. Ай, что делать? Давай спрячемся. Слышишь, Марфа? Слышу. Это оттуда звук. Пойдем посмотрим. Эй, есть тут кто-нибудь? Никиса, смотри, кто это? Марфа, ущипни меня. Зачем? Чтобы я проснулась. Этого просто не может быть. Это чьи-то маленькие детеныши. Какие хорошенькие. Марфа, чьи-то детеныши? Да это же детеныши Сиреноголового. Ой, точно! Но откуда они здесь взялись? Откуда взялись? Ага, Шанель, Васька, поганка! А ну-ка выходите, я все равно вас найду. Вася, нас все равно найдут. Нужно выходить. Да, делать нечего. Пойдем сдаваться. Ага, явились. Прости, Никиса! Прости нас, Никисонька! Вот зачем? Ну зачем мы притащили домой детеныша Сиреноголового? Мы думали, что это птички! Птички? Да! Шанель сказала, что нашла маленьких птенчиков! Их мама бросила! И они сейчас могут умереть! Сейчас эта мама придет сюда! И умереть сможем мы! А вот и мама пришла! Вон он! Ходит! Ой! Их двое! Хорошо, что они далеко. Девочки, срочно нужно что-то делать. Да, точно, пока они еще к нам не добрались. Я знаю, что делать! Что? Что? Их срочно нужно отнести на место. А где их место? Это Шанелька знает, она их сюда притащила. Крыса! Да не крыса я!
Нужно срочно их отсюда унести, а только ты знаешь, где их дом. Ладно. Давай, Шинель, давай, не тяни. Иди скорее, а то Середоголовые уже сюда подходят. Ой! Шинель, что ой? Быстро бери детенышей и убегай. А вдруг Сиреноголовые меня увидят и съедят? Они собак не едят. Откуда ты это знаешь? Ну, я так думаю. Ну, если они собак не едят, то могут меня взять и убить. А зачем им тебя убивать? Ну, вдруг они подумают, что я их детенышей украла. Шанель, если ты не поторопишься, то они не только тебя, но и всех нас убьют. Скорее, Шанелька, скорее! Они уже совсем близко! Эй, малышня, стройся! За мной, птенчики, вперед! Кажется, пронесло. Только бы Шанелька успела. Не волнуйтесь, я уверена, что она успеет отвезти детенышей на место. А вот и Шанелька вернулась. Шанель, все нормально? Ну, почти. Что значит почти? Эти птенчики не хотели со мной расставаться. Я убегаю, а они за мной бегут. Я им кричу, чтобы они домой шли, а они за мной. А тут я увидела, что Сиреноголовый уже рядом. Да так припустила, детеныши и отстали. Вот и хорошо, семья воссоединилась.